прощается с тобой. Если ты ей скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Песня Давида Тухманова, которая традиционно звучит в финале концерта «В песня года», 20 ноября, наоборот, стала увертюрой к музыкальному шоу под названием «Две звезды». В зале снова аншлаг. Все, кто провел этот вечер во Дворце культуры, получили колоссальное удовольствие. Участницами проекта стали 7 из 27 сотрудниц ВСМПО, прошедших отборочный тур. Напомним, что организатором проекта выступил Женсовет правкома ВСМПО при поддержке Дворца культуры. Согласно положению конкурса, к участию приглашались сотрудницы предприятия, которые обладают хорошими вокальными данными, но при этом не занимаются вокалом профессионально. А их партнеры – известные салдинские артисты. Некоторые участницы уже имели опыт выступления на сцене, а вот одна из сотрудниц пресс-центра ВСМПО вышла на сцену с дебютом в роли соведущей праздника. Внимание, внимание, дамы и господа! Ведущая второго салдинского конкурса «Две звезды», победительница конкурса «Мисс Медиа 2010», очаровательная Анна Важенина! Встречайте! Миша, ты рад? Он дар речи потерял, по-моему. Аня, как настроение? Отлично. Признаться, давно мечтала попробовать себя в роли ведущей. И вот, мечта сбылась. Шутки и юмор ведущих придал концерту легкость и непринужденность, а ярким и фееричным праздник стал благодаря ослепительным выступлениям дуэтов. Дамы и господа, участники второго салдинского шоу «Две звезды». Екатерина Иванова и Федор Кузьмины. Татьяна Казмирчук и Сергей Иванов. Пары соревновались в двух этапах. Придерживаясь темы первого блока «Времена года», артисты своими выступлениями создали настоящий музыкальный календарь. Не будем утомлять зрителей лишними словами, а лучше дадим возможность насладиться вокалом. Добавим лишь, что после выступления артисты оставались на связи с публикой посредством телемоста с музыкальным баром, где артиста встречала Светлана Куличенко. Повторимая, вечная, вечная. И
тоже есть вопросы к вам, ребята. Катечка, я знаю, что первоначально вы с Федей хотели выбрать песню Григория Лепса «Зима». Лепс твой любимый певец? Ну, вы знаете, мне нравятся его композиции, его голосовые данные. Но мы так подумали и решили то, что «Зенит январская вьюга» нам больше подойдет. И, по-моему, она очень удачно у этих ребят прозвучала. Правда, зрители? Звездочка ярко свети в ночи, ты мне сказала. Лишь не молчи. Знаете сами, кори глаза, что не могу ни слова сказать. Что не могу я, вот не могу я, что не могу ни слова сказать. Что не могу я, вот не могу я, что не могу ни слова сказать. Расплела ты косу черную, разметала волосы по плечам, просвечил на все четыре стороны, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Ждем аплодисментов для Надечки и Валеры. Не слышишь? Ребята, к вам. У меня есть несколько вопросов. Ребята, к вам. Валер, сначала к тебе. Вот скажи, ты у нас профессиональный музыкант, мы сейчас убедились в этом. Как ты относишься к подобным конкурсам? Я с положительной стороны, я только за, чтобы они были. И на эти конкурсы, я думаю, что я второй раз участвую на двух звездах. И как бы они дают дорогу молодым, я так понял. Да, потому что чем больше будут проводить вот такие конкурсы, тем больше мы звездочек выявим в нашем городе. Все действительно так. Надечка, вопрос у меня к тебе. Вот скажи, у тебя есть любимая песня? Есть. А ты можешь прямо вот сейчас, вот онлайн, для жюри, для всех зрителей, спеть свою любимую песню? Ну, я куплетик спою. В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет. Судя по тому, как Лена хорошо поет, застолья бывают часто. Не было печали, просто уходило лето. Не было разлуки, месяц по календарю. Мы с тобой не знали сами, что же вы нам между нами. Просто ты сказал, что я тебя люблю.
первая песня позади, и, конечно, у меня есть вопросы. Леш, к тебе как к мэтру солдинской сцены. Скажи, пожалуйста, трудно ли завоевать солдинского зрителя? А вот и нет. То есть наш зритель очень хороший или как? Почему нет? Да, в нашем городе супер зритель и просто зажигается с первых нот. И вопрос, конечно, к Насте. Настя, как ты думаешь, кто ваши с Лешей главные конкуренты на нашем солдинском проекте? Ну, мы за время этого проекта так все сдружились, правда ведь, ребята? Да, у нас большая шведская сила! Поэтому, наверное, самым главным конкурентом это будет волнение. Побороть волнение. Вы слышали, да, как дружны участники нашего проекта? Поддержите нас аплодисментами! Сейчас в России для тебя образец для подражания. Мне очень нравится Аня Ворог. Прекрасная девушка, прекрасный вокал. Я без ума от нее. Есть чему подражать. А хочешь что-нибудь попеть из ее репертуара? Да, могу. Да могу, сказала Таня. Может, мы ее попросим что-нибудь напеть, да? Для тебя дни и ночи, для тебя все, что хочешь. Yeah.
вами в одном проекте. Вы спели замечательно, по-моему. Проникновенно. Юля выполнила все, что я ей говорила. Володя такой умничка. Очень вырос. Очень. Ну, по сравнению с первым впечатлением, когда я тебя знала еще раньше. А вот к Юле у меня такой вопрос. Вот Володя сам достаточно молодой исполнитель на сцене. Он тебя чему-нибудь смог научить за этот срок подготовки? Ну, я думаю, что он меня научил вести себя более артистично и раскованно на сцене. Я надеюсь, у меня это получилось. Выходит утром на балкон. На роль оранжевое лето. Конечно, вопросы, вопросы. Андрей, что тебе дает участие в подобных проектах? Прежде всего, и самое главное, что дает мне участие в подобных проектах, это побыть не только звездой, но и зрителем, и другом, и соучастником, и самым милым человеком среди этих замечательных друзей! Спасибо, Андрюха! Алисочка, такой вопрос. Что было самое трудное для тебя в этом проекте? Вы знаете, я думаю, все было так легко, потому что со мной такие классные ребята, ну просто супер, и поэтому было все только на ура. На ура прошел и первый тур конкурса. С волнением, которое было так заметно на репетициях, всем участницам удалось справиться. В день выступления, казалось, на сцену вышли совершенно другие девушки. Сильные и красивые голоса, артистизм, зрелищная постановка номеров – все это зрители оценивали бурными овациями и шикарными букетами, а жюри – высокими баллами и красноречивыми комментариями. Вы знаете, если песня незнакомая, но хочется подпевать – это 10. Если костюмы – это 10, если хореография – это 10, и цветы на сцену – это, безусловно, 10. По итогам первого тура максимальное количество баллов – 40 – набрали 4 пары Надежда и Валерий, Олеся и Андрей, Татьяна и Сергей, Екатерина и Федор. Пока артисты переводили дух перед тем, как выйти на сцену во второй раз, публику развлекали танцевальные номера «Танц ателье Кураж» и фирменный коктейль Дворца культуры – «Музыкальный коктейль». Песни второго этапа конкурса передали настроение артистов. Этап так и назывался – настроение. Эмоции, которые ощутил зрительный зал, вы можете прочувствовать сами. Чуть-чуть еще прекрасна. Ты не молчи, это все не напрасно. От того, что мы есть на планете, как солнце светит. Долго боится разлука. Это лишь тихая грусть, но не мука. Я только ты, другой не мечтаю. Встретимся с нею. Я время отдану,
тобой будем вместе, если на твоих одна песня, и не просто увлечение, ты важный символ. Понесешься по течению, а не против него, и не подлежит лечению в сердце. Let's go.
должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не только не кадрит. И вся там еще есть гамбург с гидрольной. Попробуй научиться парить и золотой. Ты любишь буги-буги? Чего сидеть без стол? Слышишь, это ты, ты почуешь этот рай. Значит, ты свободен, так свободен, так рай. Мы любим буги-буги. 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 Мы танцуем буги-буги каждый день. По завершению конкурса жюри пришлось принимать волевое решение, поскольку максимальное количество очков по итогам двух этапов набрали три дуэта. Екатерина Иванова и Федор Кузьминых, Татьяна Казмирчук и Сергей Иванов, Надежда Каденева и Валерий Марин. Пока жюри совещалось, концертную программу для зрителей продолжила выступление участницы прошлого конкурса «Две звезды» Анастасии Степановой. Comes the rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get your little feet. Comes the love, nothing can be done. Comes the fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shoe. Comes the love, nothing can be done. Дарина Гарипова, голос которой очаровал слушателей, вполне могла бы претендовать на звание победительницы конкурса «Две звезды». Но после того, как девушка безоговорочно прошла отборочный тур, выяснилось, что петь дуэтом ей будет просто не с кем, поскольку в рядах салдинских артистов-мужчин не нашлось певца с подходящими вокальными данными. Пока Дарина завораживала зал своей песней, жюри, наконец, определилась с мнением и вынесла вердикт. Был жребий. Был голос еще одного независимого человека. Так я объявляю победителей проекта «Две звезды». Говорить буду тихо. Дипломом победителя проекта «Две звезды» награждается Екатерина Иванова и Федор Кузьминых. На самом деле, мы очень сильно надеялись, что нас поддержит зритель, мы понравимся жюри. Очень приятно, кстати, честно скажу, очень приятно то, что собрался, сейчас, минутку, такой замечательный зритель, который поддерживает всех участников. Спасибо большое всем, кто пришел на этот концерт. Спасибо Светлане Владимировне, большущее вам спасибо. Мы вас очень любим. Мы
Главным призом для победителей стал ужин в ресторане на 4 персоны. Все без исключения участники проекта были награждены дипломами. Организаторы конкурса позаботились и о хороших подарках. Девичья половинка проекта получила от корпорации подарочные сертификаты на приобретение бытовой техники. Мужская – денежное вознаграждение от профсоюзного комитета ВСМПО. Многое останется за кулисами конкурса «Две звезды». И мучительный выбор репертуара, и утомительные репетиции, и слезы не узнал зритель и того, какую работу провел звукооператор Владимир Бронников, репетируя с каждым дуэтом. Сколько кадров подобрал Игорь Егоров, чтобы смонтировать видеоклипы для выступления. Сколько проводов он скрутил, чтобы настроить видеомост из бара в зал. Но все это по законам жанра останется за кулисами. На сцене для зрителей только яркое шоу, которое тоже по законам жанра будет продолжаться. А пока на бис песня победителей. Шарфу танцевать, чего сидеть без толку. Слышишь, это ритм, и целуешь, это тайм.